О том, как работает бизнес в регионах, обсудят сегодня на открытом совещании по инвестиционной деятельности. Более 600 человек со всей России соберутся на площадке Конгресс-холла в Уфе. На совещании изучат и проанализируют инициативы предпринимателей, а также принятие единого стандарта при работе с инвестпроектами. Деловая программа разделена на три блока – пленарные заседания, отраслевые совещания и официальная церемония подписания десятка инвестиционных соглашений по проектам-победителям федерального конкурса «Регионы устойчивое развитие». Также в течение всего дня предприниматели могут обратиться в рабочие офисы для прямого диалога с банками и властью по проблемам инвестиций. Участие бесплатное. Совещание проводится при поддержке Министерства экономического развития России.